Нам же всем интересно, что гуглит Юлия Пушман. Честно говоря, я не смотрел предыдущие ролики ее. Этот ролик просто попал мне в рекомендации. Мне стало просто интересно. Если ты смотришь Юлию Пушман, напиши об этом в комментарии. Мне просто интересно, сколько человек. И еще заранее спасибо за просмотр. Спасибо, что зашел на это видео. Ставь лайк. Хотя зачем я прошу лайки в начале видео, я не знаю. Давайте смотреть. Всем привет, ребята, меня зовут Юля Пушман, и сегодня я снимаю необычное Здорово. Видео. Необычное, но Йогурт. Потому, что сегодня я буду гуглить саму себя. Недавно такое видео я увидела у Саши Спилберг, и это было нереально круто и смешно. О, Сашу Спилберг я знаю, я посмотрел, по-моему, наверное, два ролика всего в истории. Искала информацию знаю. В интернете о себе. Но никто этого не записывал. Интересно, что будет, если загуглить самого Саши. Себя? Саша, молодец, это нереально крутая идея. Я решила подхватить эту идею, Давай потому, посмотрим, что из этого кажется, получилось. Это очень смешно. Интересно. В общем, давайте проверим, что интернет думает обо мне. Мне интересно, честно. Итак, Google, привет. Юлия Пушман. А у нее MacOS. Почему не что-то другое? Да, когда-то действительно я записывала. Юлия Пушман старые фотки, Юлия Пушман ветром стать. Это мое криминальное прошлое, которым я не горжусь. Ну, допустим. По крайней мере, ну, у всех у нас есть прошлое какое-то. Ладно, ветром стать. Это я согласен. Песни, то есть... она не гуглит картинки, она гуглит просто в поиске. Ладно, скачай. Давай картинки. Знаете, круто. Юля Пушман поет для вас. Я очень стесняюсь, когда это слышу. Мне кажется, если какая-то скандальная личность себя загуглит, то просто будут новости СМИ. СМИ. Одни СМИ будут. Это перезалив? Да, это перезалив. Я просто слышал, что у нее есть какой-то клип, но не смотрел ее. О, очень странное видео, почему оно реально глючит. Творчество, что интернет просто не тянет. И это хорошо. Давайте попробуем написать в Яндексе Юлия О, на Яндексе. Инстаграм и Фары. Она загуглила в Яндексе. Фара, Сора, Кинопоиск, ВК, Рост. Кто это? Кто такая Юлия Пушман и чем она занимается? А у нее есть страница Википедии? Самое интересное. Нет, нет. Юлия Пушман. Молодая девушка, ей сейчас 18 лет, популярный видеоблогер в студии. Ей 18? На своем канале в YouTube она в основном... Я не знал. Настоящая фамилия у нее Гагетидзе, у нее грузинские корни. Хорошо, что это подчеркнуло, потому что Гагетидзе, ну, сразу не скажешь, что грузинские корни, может быть, какие-нибудь другие. Московской девушке Юлии Гагетидзе. Забавно. Ну, если она поднялась в свои 18 лет, смотри, Даже жесть. Даже не знаю, что интереснее сейчас. Давай картинки. Давай картинки. О, наконец-то. Там фотошоп был? Да. Без фотошопа. Фотошоп. Дело в том, что раньше я выглядела, ну, мягко говоря, не очень. То есть меня люди в жизни встречают и говорят, блин, да ты норм, оказывается. Мне, если ракурс найти, будет круто. Интересно, если меня встретят, скажут, блин, а ты не такой сумасшедший, оказывается. В голове тоже. Ладно, посмотрим, что пишут об этом. Какое-то видео о том, что мы расстались... мы ходим по краю. Это очень весело. Хорошо, я поняла. Тема с расставаниями очень популярна в последнее время. Блин, что у меня с волосами, а? Жесть. Так неожиданно и так приятно. О, наконец-то меня признали актрисой. Хоть где-то написали, что я актриса. Вот бы какие-то... Интересно, если Кинопоиске загуглить, то она будет там? Но... Она же снималась там вроде в пару фильмах каких-то про видеоблогеров, которые почти никому не понравились. Фото с выпускного даже есть. Какая она была раньше. Нет, я... У меня есть запись выпускного, это такой кринч просто. Ну, если вы понимаете это слово, это просто я не хочу это нигде публиковать, и просто это страшно смотреть. Юлия Пушман в клипе. 18 тысяч видео. Юлия Пушман улыбается. Ничего себе, у нее про нее видео снимают. 18 тысяч. Видимо, это еще, наверное, не учитывая ВКонтакте. Явление. Что люди ищут это в интернете. И я понимаю, почему. Вот здесь моя улыбка. Да, людям интересно, ну, как бы, какие-то лайф-фотки, которые... Улыбка огонь. Блин, ну вот это прям не могу. Такая красотка. Видно, что девушки очень большое будущее. Пушман, кот. Ну, не знаю, при чем здесь кот? При чем здесь Пушман? Вопрос другой. Ну, непонятно. Ну а при чем здесь я? Кличка Пушман. А, понятно. Увеличила губы. И сразу увеличение губ, скидка 40%. Почему?
пишут, что я, а выдает не меня. Целуется, цензура, цензура. Вот это видео какое-то было в интернете. Это что? Многие из вас его видели. И многие писали, что на меня похоже. С какого-то определенного ракурса, да, согласна. Но это не я. Я не такой человек, который будет сидеть привязанный на каком-то балконе. Я не такой человек. Я очень время думаю, сказать, ну это не точно. Такие видосы не снимаю. Цензура, новости. Ничего не найду. Прикол в том, что я прекрасно понимаю, что это все делают люди ради пиара. Ну, жесть, началось. Вот эта баба должна на меня быть похожа, хоть немного. Меня это бесит, и я против того, чтобы она похожа на нее. Была похожа. Она не похожа на меня. Она похожа на тебя. Я похожа точно на нее. Похожа. Она на меня тем более. Знаю, что все видели видео в интернете, где я ругаюсь матом. Вы такие, типа, мат? Там что? Саша Спилберг. Да, такое было. Это мое тоже, ну, скажем так, темное прошлое. Ну, блин, что поделать, ребят? Ох уж это темное прошлое. Внимание на это акцентировать я не хочу, поэтому. О, Вики реальность есть. Таких фоток у меня много. Гусеница шепелявит. Ребят, я знаю. Ой, что со светом, что со светом, осторожно, знаю, осторожно. Я шепелявлю иногда. Бывает и не иногда. Это такое. Напишите в комментариях, кто из вас, интересно, не знаю, может кто-то картает, кто-то шепелявит. У меня была такая проблема в детстве. Бывает, замечаю, я не помню я что-либо. Я я R не выговаривал, я R не выговаривал. И... Звучит очень странно, но дело в том, что у меня тогда я пошел к доктору, и, в принципе, все это исправилось. Это все исправимо, это не инвалидность. Это... Именно для дикции правильной, хотя то, что я шепелявлю, я не знаю, как это исправить. Юлия Пушман, интимный фото. Это легко исправить, просто несколько упражнений поделай и все. Интимные фотки. Ну такой интим, ребят. Плюс. Вот это вообще интим. Ну типа как так? Музыка хоть норм. Что за бред, ребят? Ну я понимаю, если бы серьезно там были какие-то фотки. Но тут даже фотки, где я в одежде просто. Ну ладно, ну что, блин. Типа купальник. Ну, ребят, ну что вы придумываете? Отзывы? Серьезно? Умение рекламировать тоже важный аспект. Есть большие сомнения, что кто-то будет покупать прорекламированное Юле мыло. У меня тоже бывают она мыло рекламировала по разному поводу. Дело в том, что я прекрасно понимаю, что рекламировать надо уметь. Я вам обещаю, что я буду развивать в себе этот талант, уметь рекламировать, продавать. Обещаю. Вот увидите какую-нибудь рекламу. Вкусный йогурт. Сразу побежите и купите. Я понимаю, что у всех разные вкусы, но то, что я рекламирую, это то, что мне нравится. То, за то, что я не просто... Это правда. Ты можешь делать все, что угодно, главное, чтобы то, тебе это нравилось. Я сама буду пользоваться с удовольствием. Даже рекламировать, ей-богу. О, это статистика. $22,000 в месяц. Я была бы очень рада, и тогда... Интересно, ни за что. Можно посмотреть мою статистику? Сколько я, интересно, должен зарабатывать? $5,000. В общем, ребят, я надеюсь, что вам было немного интересно посмотреть. Вам было интересно? Мне было интересно. Какие-то странные новости. Просто для себя посмотреть, как бы. Ставьте палец вверх, что же люди пишут? На мой канал. Будьте счастливы, здоровы. Да, ставьте лайки и подписывайтесь на ее канал. И пишите в комментариях, какие видео... Вот таким получилось новое видео. Если тебе понравилось ее видео, ставь лайк. Если мое видео тебе понравилось, ставь лайк. Не забудь подписаться на канал, если ты здесь впервые. Напиши в комментариях что-нибудь. До скорых встреч!